В Одесі урочисто нагородили учасників обласної універсіади з бадмінтону. Студенти отримали кубки, медалі та пам'ятні грамоти і дипломи. Генеральним партнером проведення змагань стали Одеська юракадемія, Одеська обласна спортивна студентська спілка та Федерація бадмінтону України. Як для юних бадмінтоністів, так і для професіоналів цей турнір став гарним досвідом та став підготовчим для більш серйозних змагань. Это повышает престиж как университета, так и города и целой страны. Когда проводятся международные турниры, когда представители различных стран приезжают к нам, знакомятся с нашим городом, знакомятся с нашим вузом, знакомятся с нашими спортсменами. Хочется отметить высокий уровень участников сегодняшней универсиады, которые показывали высочайший уровень игры. Это и мастера, и кандидаты в мастера спорта. Я думаю, что им будет очень приятно получить призы, которые подготовила Федерация бадминтона Украины, студенческая спортивная спилка в Одесской области, которую возглавляет Сергей Васильевич Кивалов, и от Национального университета Одесской юридической академии. Новичкам с профессионалами, конечно, всегда интересно играть. То есть они могут увидеть, да, то есть, как выглядят удары, как выглядят перемещения по площадке, так попробовать повторить. Мы, в принципе, в проведении соревнований всегда руководствуемся изначально тем принципом, чтобы силы участников были поставлены равномерно. Бадминтон очень важен, в принципе, для школьного учебного возраста, старших классов и института. Это вид спорта, который может держать в форме всю жизнь, то есть от начала и до глубокой старости, то есть даже чемпионаты проводятся тут постоянно. И поэтому бадминтоном можно начать действительно заниматься в вузе и участвовать в соревнованиях даже международного уровня. Для новичков такие соревнования, во-первых, это возможность общения, новые люди, новые какие-то интересы. С другой стороны, это также популяризация нашего спорта, поскольку в нашем городе он, к сожалению, не настолько популярен, но все-таки такие соревнования – это возможность его продвигать немножко на более такой высокий уровень. Сьогодні Одеська юракадемія є універсальним майданчиком для розвитку десятків видів спорту. До змагань з бадмінтону приєдналася і команда вишу. Хоч студенти вперше взяли участь у турнірі, вони мають грандіозні плани. В університеті є всі можливості для комфортних тренувань студентів. Поєднуючи спорт з навчанням, майбутні юристи, політологи, соціологи, психологи, журналісти виховують у собі такі якості, як сила духу, стресостійкість і витримку. В универсиаде, которая проходит в этом году, принимает участие сборная Национального университета Одесской юридической академии, которая показывает очень высокий уровень игры. И я думаю, что в будущем эта игра только увеличится, их уровень игры их будет намного лучше. Почему? Потому что уже сегодня в Национальном университете Одесской юридической академии соответствующая инфраструктурная база подготовлена. Подготовлена она для того, чтобы студенты университета могли развиваться в данном виде спорта. Почему? Потому что этот вид спорта является олимпийским. Это очень престижно как и для вуза, так и для сборной страны, когда представители ведущих вузов страны могут войти в сборную и представлять ее на высочайшем уровне. Национальный университет Одесской юридической академии предоставляет нам много возможностей для занятия спортом. У нас достаточно большая комплексная база. Я тут, потому что мне нравится заниматься спортом, и я люблю бадминтон. Бадмінтон – популярний в Європі вид спорту, але в Україні тільки починає свій шлях розвитку. Так, саме нашу країну було обрано місцем проведення ВЕС-конгресу, який пройшов на дуже високому рівні. Це свідчить про те, що Україна стає центром розвитку бадмінтону у світі, у тому числі завдяки таким універсіадам. Щоб зацікавлені студенти не втрачали можливості змагатися між собою та брати участь в обласних, національних і міжнародних турнірах, народний депутат України Сергій Ківалов допомагає юним спортсменам не тільки з юракадемії, але й з інших вишів. Благодаря дружескому тандему юридической академии и комитета физического воспитания, а также помощи спортивного клуба «Олимп», мы провели данное мероприятие очень хорошо, на высоком уровне. Вот, поддержка юридической академии достаточно весома в плане наградного материала, вот, обслуживания и подобных мелочей для того, чтобы соревнование прошло на хорошем уровне. Та работа, которую проводит Сергей Васильевич Кивалов, возглавляя вуз, возглавляя студенческий союз области, действительно показывает, что мы идем к лучшему. Результаты не только данного вида спорта бадминтон, но и других видов будут прогрессировать, так как есть возможности, есть базы, благодаря которым мы движемся вперед.
Умови, що надає провідний університет країни, допомагають їм покорювати спортивні вершини. Це і багатофункціональні тренажерні зали, стадіони, ультрасучасне обладнання і висококваліфіковані тренери. Крім футболу, баскетболу, волейболу, гандболу, регбі, хореографії і інших видів спорту, у цьому році студенти почали освоювати і бадмінтон. Тренер підкреслює, що впевненими кроками вони прямують не тільки до змагань серед вишів, але й до більш серйозних турнірів. В нашому вузі, что называется, грех не любить спорт, потому что предоставлены потрясающие условия. У нас очень много и тренажерных залов, и стадион, и залов для занятий различными видами спорта. Зазначимо, що у квітні в спартакіаді по бадмінтону взяли участь не тільки студенти вишу, а й викладачі. Вони зазначають, що в цьому році гарний результат показали декани всіх факультетів, а саме посіли призові місця на цьому турнірі та виявили неабияке бажання надалі займатися бадмінтоном.